Здравствуйте, меня зовут Ирина. Обращаюсь к зрителям моего канала. Временно кулинарные видео на нем выходить не буду, а все потому, что я уезжаю в отпуск на море, в город Геленджик. И новые видео постараюсь снимать именно оттуда. О море, о городе, об отпуске. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной на канале. Ну, а кому не очень интересно, не подождите. Будут новые видео, но попозже. Я сейчас стою в Москве на Казанском вокзале. Жду, когда прибудет наш поезд до Новороссийска. Тридцать часов дороги прошло, подъезжаем к Новороссийску. Чтобы доехать до Геленджика от Новороссийска, наш отель предоставляет за отдельную плату транспорт. Вот сейчас мы ждем наш автомобиль. Ну вот и наша машинка, поехали. Так выглядит море из окна машины. Едем пока без пробок. Очень хорошо. В этом месте идет небольшой ремонт дороги, вот поэтому небольшая пробочка. Ну, мы ее, говорят, быстро сейчас проскочим. Подвезли нас к отелю. Заселение, правда, с 14:00, а сейчас 8:30 утра. Попытаемся решить этот вопрос, но если не удастся, возьмем вещички и на пляж. В общем, нам повезло, номер оказался готов к нашему приезду, мы заселились, так что переодеваемся и идем на пляж. А обзор номера я сделаю попозже. Наконец-то мы до пляжа дошли, до моря. Это пляж Сады-Марей, Галичный. Ну, здравствуй, морешка! Обзор пляжа сделаю отдельным видео, а пока я очень рада, что мы наконец-то сейчас окунемся. Ну что ж, всем пока!